Ой, где это? Кто пищит? Ладно, тогда я одену этот защитный шлем. А веревка прицеплена к потолку. Тетя Софья, он убегает. Эй, Юми. Ты меня любишь, любишь? Хай, ты на канале Magic Family, волшебная семейка. Меня зовут Аня, и со мной мои собачки. И сегодня мы решили провести вам небольшую экскурсию в нашу игровую комнату для щеночка и для других собачек тоже. А еще на моем канале есть другие питомцы, хомячки, муравьи, птички, кошечки и другие животные. Так что подписывайтесь на наш канал, нажимайте большой пальчик вверх и пошлите в нашу игровую комнату. За вот этой дверью скрывается игровая комната наша. Здесь Юми проводит время, когда она остается одна, либо с ребятами. В этой игровой комнате она играет и занимается всякими щенячьими делами. Так как она еще совсем маленькая, то лучше не оставлять ее в квартире в открытой одну. И поэтому здесь есть вольер. Я открываю вот эту вот дверь и перекрываю здесь вольером, чтобы она могла видеть, что происходит в квартире, либо она остается здесь со всеми остальными собаками. Но большую часть времени она находится здесь без вольера по своему желанию. Так как Юми приучена ходить в туалет на пеленке, вот понесла штабель. Здесь у нее постелена мягкая ткань на полу, а вообще я оставляю, если ухожу, вот здесь туалетик с пеленкой, и она ходит в него. Ну и остальные тоже теперь, да, Миш? Что же здесь у нас есть? Много чего! Развивающие игрушки различные для собак. И покемонов. Да, Юми. Юмин любимый штабик, в который она все таскает. Обязательно в постоянном доступе водичка у нас тут стоит. Волик уснул, надо его облить водой. Ладно, пусть поспит, да? Да, Юми. Вот такая вот корзинка для игрушек, в которую можно догадаться и самой сложить игрушки. Различные развлекательные вещи. Самые разные игрушки для развития Юми у нее здесь лежат. А также, как вы видите, предметы, к которым Юми должна приучаться, они тоже лежат в игровой комнате. Расческа, чтобы приучать Юми к расчесыванию с самого детства. Да, массаж. Еще. Массаж. Волик, давай уже хватит спать. Здесь также лежит когтерез, чтобы Юми приучалась к нему, что он не страшная вещь, он не где-то спрятан, и зубная щетка. Но когда Юми находится здесь одна, я эти предметы убираю, чтобы она не путала их с игрушками. Самые разные игрушки для грызения, чтобы развивались зубки, ну и вообще, чтобы она играла и была занята делом. Также игровая комната Юми лишена всех опасных предметов, таких как провода, чтобы она не поранилась, ничего не случилось с ней, розетки. По большей части здесь нет мебели, которую можно приучиться грызть, а также отодранных каких-то уголков обоев, которые могут заинтересовать щенка. Зато у меня есть утка, которую надо куда-нибудь деть. Например, отнести в штабик. Ах ты, не хочешь? Убивать хочешь? Я тебе не дам убивать. Ах ты, глупая утка, хочешь убивать? От покемона Юмичу. Юми, а что ты тут делаешь? Иди, тетя София, я занята, у меня серьезные разборки с уткой. Ничего нового, я пошла. Слушай, утка, ты должна меня... Ой, где это? Кто пищит? Ах, это ты пищишь. Пытаешься позвать на помощь других уток? Не получится. Хватит убегать. Не пищи и не бери. Тебя уже ничего не спасет. Приветик вот этим ребятам, случайным репостнувшим наше видео из группы ВК. Или со страницы мамы. Спасибо за помощь нашему каналу. Чмок. Здесь у нас есть вот такая вот коробка, в которую Юми иногда залазит с нашими игровыми станциями, которые мы делали своими руками. Это очень помогает для развития мозгов, а также здоровья. Щенок постоянно двигается, находится в движении, плюс грызет что-нибудь, а это развивает зубки, челюсть, да? Да. Чаще всего, так как двери открыты, Юми заходит сюда по своему желанию, то есть она здесь не сидит закрытая. Сейчас она уже сама постоянно гуляет по дому. Конечно же, здесь нет никаких опасных мелких предметов. Штабик, взвон в лесу, штабик! Которыми можно случайно подавиться, съесть, проглотить. Игровая комната эта для Юмички достаточно большая. Здесь очень много пространства, есть где побегать, порезвиться, поиграть. Но большую часть времени, как я сказала, она проводит либо здесь со всеми, либо в квартире, потому что эта дверь в квартиру открыта, и она спокойно может здесь играть, заходить сюда, выходить отсюда. Тетя София, зачем ты сняла шапку с кролика? Ладно, тогда я одену этот защитный шлем. Надень. Вот он наш Юмизай. Юми теперь у нас покемон Юмичу, но раньше она была Юмизай. И вот такая у нее есть шапочка. Да, я самая милая. Быстро, ну-ка, штабик, я сказала. Сиди тут, а ну. Ребята, а сегодня на моем канале Animagic магические пранки к 1 апреля. Настоящее волшебство. Так что ссылочку оставлю в своем комментарии. Обязательно сходите и посмотрите.
Как это? А еще я здесь изобрела вот такую вот игрушку для Юми, чтобы ей было не скучно, которая привязана к веревочке, а веревка прицеплена к потолку. Эй, ребята, смотрите, что я нашел. Никак не снимается, давай, никак не могу оторвать. Нет, я дову. Это очень классная игрушка, потому что когда она болтается, ее нужно умудриться как-то поймать. А это не так легко, как кажется на первый взгляд. И это отличная игрушка для того, когда никого нет дома, чтобы щенок развлекался и нагонял круги, пытаясь словить этого кролика. А из-за того, что кролик привязан к веревке, он постоянно убегает от нее, и она никак не может его поймать. Эй, иди сюда, иди сюда, иди сюда, я кому сказала? Тетя Шафиум убегает, помоги. Дай кожи. Ой, блин, что-то правда не лечится. Иди сюда, я сказала. Эй, стоп, блин. Иди сюда, ты, летающий кролик, ну-ка стой. Летающий кролик Покемон. Давай его Флой. Блин, да он опять улетел. А я тебя сейчас укушу. Юми, отстань. Укушу тебя, тетя Софи. Юми. Хотя. Юми, я сказала, отстань. Мои мозги заняты этим кроликом, как же его, блин, поймать? Я, кажется, его словила, смотри, я его держу. Блин! Мне кажется, что вот такая болтающаяся игрушка, крепко закрепленная в потолке, это просто шикарная находка для собак, которым нужно сжигать энергию, а у вас нет времени с ними играть. Меня мама удочерила, ты меня любишь? Да, люблю. Ты меня любишь? Люблю я тебя. Халафо. А ты меня любишь? Ты же мой ненастоящий пап. Все равно я тебя люблю. Фуф, халафо. Кстати, ребята, если вам интересно, что будет, если закрыть собак одних в игровой комнате и оставить камеру, то ставьте пальчик вверх, и я обязательно сниму этот эксперимент. Так что подписывайтесь и увидимся. Да. Пока. Чмок, чмок.